будем готовить эспрессо-тоник. Для этого нам понадобится 2 эспрессо, лайм для украшения, конечно же, лед, потому что это прохладительный такой коктейльный напиток, и тоник-вотер. Давайте готовить. Для начала делаем эспрессо, сразу заряжаю 2 капсулы, шучу, 1 капсулу, и берем здесь эспрессо-стаканчик. В общем, будем делать 2 раза. Если бы это была профессиональная кофейная машина, можно бы было сразу зарядить на 2. Время приготовления эспрессо в профессиональных машинах 30 секунд. Два эспрессо готовы, все, поехали. Вливаем сначала тоник. Где-то полстакана. Лед у меня уже здесь есть. Кстати, этот напиток придумали в Осло. Поехали. О, как чисто, так неожиданно. Ну ладно. И, конечно же, делаем дольку лайма или лимона. Прямо такую кругленькую. И украшаем тоник вот такой долькой. Получился такой коктейльный вариант. Освежающий напиток, который полюбился всем, кто живет в жарких странах. Летом обожают все освежаться именно эспрессо-тоником. Я сейчас пробую. Терпкий, именно привкус тоника и немножко горчинка кофе плюс вот этого цитрус. Лайма делает напиток вот реально коктейльным вариантом. Можно, конечно же, добавить сиропчика для сладости. Но я не буду, мне нравится и так. Просто неимоверно интересно получилось. Необычно, нетипичный кофейный напиток. Вот, поэтому больше коктейльный вариант. Он такой. Для того, чтобы освежиться и взбодриться.